Совместное производство компаний Уиллс Блоур Канада и Барри Филмс. Фильм снят на основе реальных событий. Все персонажи и названия вымышлены. Киев, Украина, 1999 год. Мне нужно быть дома. Мама прибьет меня. Нет. Сегодня ты будешь ночевать со мной. Роман ждет нас к 9 утра. Рая, мы же договаривались. Пару месяцев поработаем в отеле. Да, но... Ты хочешь работать в магазине, как твоя мама? Он сказал. Либо мы обе, либо никто. Нет. Да пошла ты к черту со своей матерью! Извини. Уже пол второго ночи. Ты не понимаешь, Люба хотел, чтобы я... Если ее мать разрешает делать ей все, что она хочет, езжай, живи там. Ты же окончила школу. Ты же взрослая. Делай, что хочешь.